И снова здравствуйте, друзья! Вы смотрите Телегид. С вами Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Эта неделя богата на продолжение историй, с которыми вы уже знакомы. Ну а кинокартины по традиции добавят тепла в ваши вечера. Подробности смотрим далее. Есть ли жизнь после родов? Ответ на этот вопрос предстоит узнать нашим зрителям. Теперь по утрам вас будут радовать мамочки. Во втором сезоне в жизни девушек появляются новые перемены и испытания. Вике, наконец, предстоит познать прелести материнства. Юле с Ромой предстоят новые проблемы, связанные с воспитанием детей. Аню же ждет новая любовь, которой, однако, еще предстоит пройти проверку на прочность. Включаем ЛРТ по будням в 8:30 утра. Соцработник принес. Этот такой вежливый, все здоровьем интересуется и помощь предлагает. Значит, вы сегодня бумаги оформили, и сегодня он уже вам помощь принес. Вот. Так не бывает. Нет, у кого-то может и нет, только не у моего благодетеля. Да. Еще на этой неделе стартует второй сезон семейной саги «Громовы». Потрясающая работа Тимура Бекмамбетова точно не отпустит вас от экранов. Не успело младшее поколение Громовых оправиться от череды жизненных ударов, как на них обрушились новые испытания. Юная Настя, оставшись с тремя маленькими братьями и без крыши над головой, надеется найти приют в московском доме покойной бабушки. Но там им дают отворот-поворот родственники, однако наши герои так просто не сдаются. Они решительно начинают бороться за свое наследство. Подробности смотрим по будням в 11 утра и 19:45. А чё это они на рыбалку собрались без червяков? Подозрительно. Няня, меня правда в речке поймали? Ага. Как в прошлый раз, поехали на рыбалку без червяков, а поймали тебя. Скажи, Настя. Скройся с глаз. Какая она, последняя любовь на Земле? Это мы узнаем вместе с фантастической драмой, которая ждет нас в завершении рабочей недели. Планета столкнулась с небывалым бедствием. На всех континентах люди в буквальном смысле лишаются каждого чувства, присущего человеку. Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают, им уже не прожить друг без друга. Но что останется, когда пропадут и физические ощущения? Увидим в пятницу в 17:30. Потрясенные горем, люди вспоминают все, что когда-то потеряли. Любовников, которых у них никогда не было. Всех ушедших друзей. А после фантастической драмы в пятницу вас ждет не менее интересное приключение в королевстве полной луны. Картина переносит нас в 60-е годы. Пара влюбленных подростков, живущих на острове, убегает из-под присмотра взрослых. Он – бойскаут с непростым характером, сирота. А она – замкнутая, неуравновешенная девчонка, которая живет мечтами о волшебных мирах. На их поиски выходит вся общественность, однако вскоре оказывается, что ребята просто пытаются найти место, где они смогут быть счастливыми. Как закрутится эта история, смотрите 13 октября. В 20:45. Это он? Полевой скаут Сэм Шиказки, отряд 55. Это слишком рискованно. Что в банке? $76 по 5 центов. Давай сюда. Юный мореплаватель? Да, сэр. Хорошо. У кривой скалы на якоре стоит краболов. Шкипер мой должник. Он возьмет тебя, будешь разделывать крабов. Это нелегко, но получше шоковой терапии. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30.
Три царицы сидят под окном, старик ловит золотую рыбку, царевна-лебедь протягивает руки к небу. Все это образы пушкинских сказок, страницы фотокалендаря, который создал фотограф Александр Орешин. Субботним вечером, уютно устроившись перед экраном, нотки романтики вам добавит мелодрама «Перед полуночью». Главные герои картины повстречали друг друга почти 20 лет назад. Они очень счастливы и воспитывают двоих замечательных детишек. Со временем их отношения немного остыли, проблемы отстранили любовь на второй план. У каждого свои заботы. Смогут ли они забыть о них в стране греческих богов? И получится ли вдохнуть новую жизнь в их отношения? Узнаем 14 октября в 21:00. Капитан Нина, разыщите туалетную бумагу. Есть. Кто произвел тебя в генералы? Сам генерал. Ясно? Капитан Элла, разыщите муку. Она в конце магазина справа. Есть. Слушаюсь. Рядовой чистюля? Да. Ничего не трогайте. Понял. Ты водишь. А в воскресенье ЛРТ подарит вам положительные эмоции. 8 Оскаров и множество других наград. Этот фильм не оставит вас равнодушными. «Миллионер из трущоб» – это история сироты из Мумбаи, который находится всего в одном шаге от победы в телеигре. Прервав программу, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так много? И как оказалось, парень пришел на телевидение совсем не ради выигрыша. А зачем? Смотрим 15 октября в 22:45. Джек Хоббс! Итак, ты готов к последнему вопросу? Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Ищите, добавляйтесь, там много интересного. С вами была Анна Троян. 1000 поцелуев вам и море эмоций. Пока-пока!